Подмосковье развитию зимних видов спорта уделяют особое внимание. Правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым поддерживают строительство спортивных сооружений и проведение турниров с участием сильнейших хоккейных школ и академий. У нас появляются новые ледовые дворцы, катки. Все они востребованы. Ледовый дворец «Армада» уже давно стал центром притяжения спортсменов со всего округа. Воспитанники спортшколы Одинцова, фигуристы и хоккеисты не раз побеждали в соревнованиях различного уровня. А все потому, что здесь созданы необходимые условия для тренировок. Перемены у нас произошли в нашей школе, очень большие перемены. Руководство создало для нас все условия. У нас и зал ФП сейчас есть, бросковая зона, и лед у нас в большом количестве, в большом объеме. Поэтому у нас работы много, тренируемся. Мы 10-й год, много, усердно и творчески. В июле в «Армаде» завершились ремонтные работы. Здесь заменили холодильный центр, установили современную систему учета и контроля доступа посетителей. Увеличилось и количество раздевалок. Важной частью стал монтаж современной системы водоподготовки для заливки льда. Все это повысит качество тренировок. Егор занимается в Ледовом дворце с 5 лет. Юный хоккеист уже успел продемонстрировать свое мастерство на первенстве Московской области и Москвы. Здесь очень хороший тренировочный процесс, много игр и есть возможность развиваться. В прошлом сезоне команды 2010 и 2008 года рождения заняли 2-е места на открытом первенстве Москвы по хоккею. В этом году в регионе пройдет 26 соревнований, в том числе 6 всероссийских. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».